Друзья, а вы вот когда начинали свои отношения с вашими девушками, вы красиво за ними ухаживали? Я безумно красиво ухаживал, потому что я еще тот романтик. Миша настолько красиво ухаживал, у него свадьба и все закончилось. А я такой больше прагматик, я сказал, ну тебе будет прикольно, мне тоже будет нравиться, все, давай встречаться. Вот так вот начали встречаться. Друзья, как не нужно вести себя с девушками, наш следующий сюжет. Смотрим! Уважаемые мужчины, сейчас в интернете есть много советов, как правильно вести себя с девушкой. Но вы знаете, в этом деле главное не перегнуть палку. Как не нужно поступать, сейчас мы вам покажем. Малышка, предлагаю сегодняшний вечер провести у меня дома. Я не такая. Малышка, предлагаю сегодняшний вечер провести у меня дома. Я согласна. Привет! Слушай, денек вчера выдался просто отличный. Кота хоронил. Так много людей пришло, так приятно поддержать меня. Смотри видео. Не паникуй, смотри, я вчера кота хоронил. Смотри, кота. Я немножко волнуюсь, но... Света. Ксюша. Мы долгое время вместе. Все-таки 4 часа это срок, я считаю. И я принял окончательное свое мужское решение. Одолжи сотел. У меня только 50. Давай полтос. Ксюша, у нас с тобой круглая дата, все-таки 12 часов вместе, и я приготовил тебе этот подарок. На самом деле спелые апельсины зеленого цвета. А технология Bluetooth была названа в честь короля, который объединил Данию и Норвегию. А инкубационный период у кенгуру всего 2 недели. Может, ты уже перестанешь грузить меня своими фактами и поцелуешь, наконец? Во время поцелуя передается более 1 000 000 бактерий.